Наш земляк, пловец Евгений Рылов, продолжает бить рекорды. Накануне в Москве в бассейне спорткомплекса «Олимпийский» проходили соревнования в рамках чемпионата России. Я взял 2 золота, 1 серебро. Отобрался на 2 дистанциях на Олимпийские игры. И установил новый рекорд Европы. Женя проплыл дистанцию 200 метров на спине за 1 минуту 54,21 секунды, побив достижение поляка Радослава Ковецки, установленное в августе 2013 года на чемпионате мира по водным видам спорта в Барселоне. В российском финале Рылов более чем на 3 секунды опередил серебряного призера Андрея Шабасова. Надо отметить, что время, показанное Женей, стало вторым результатом сезона в мире. Ближайшие месяцы займут тренировки перед Олимпийскими играми. Я буду еще работать над тем, чтобы вернуться назад. Ну, то есть я не доплыл последние 100 метров. Я начал хорошо, не дотерпел. Буду над этим работать. Желаем успехов в подготовке к главным стартам 4-летия и удачного выступления на бразильской воде. Дмитрий Книга, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.